Друзья, послушайте мою новую песню «Экспромт». Нашла замечательного поэта Ивана Терехина. Песня называется «Весенний этюд». Музыка исполнения Самуила Прумовича, видео из интернета. Парни любят глазеть на девчонок, на улыбку грубую грудь. От коротких болтеют девчонок, но боятся в глаза им взглянуть. Чем смелее сексуальней красотка, тем страшней паренькам подойти. Ножик стройный, шальная походка ним не даст равнодушно пройти. Чем смелее сексуальней красотка, тем страшней паренькам подойти. Ножик стройный, шальная походка им не даст равнодушно пройти. Пожирать будут страшно глазами, станут в мыслях ее раздевать и о сексе мечтать с ней, а сами не способны ничуть рисковать. И о сексе мечтать с ней, а сами не способны ничуть рисковать. От девичьей красы оробеют, лишь то крепко стоит на ногах. Подойти к юной деве посмею и в постель отнесу на руках. От девичьей красы оробею, лишь то крепко стоит на ногах. Подойти к юной деве посмею и в постель отнесу на руках. Так вперед, не робейте, ребята, и не бойтесь сердца покорять. Поцелую весной ждут девчата, так природа задумала мать. Поцелуем весной ждут девчата, так природа задумала мать. Так вперед, не робейте, ребята, и не бойтесь сердца покорять. Поцелуем весной ждут девчата, так природа задумала мать. Поцелуем весной девчата, так природа задумала мать. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Прумович. Песня «Экспромт», «Весенний этюд». Слова Ивана Терехина.